Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 августа, и вот оббирая томаты, я подхожу к сортам, которые впервые выращиваю. И вот это у меня сицилийский перчик. Этот сорт, я даже не помню, какой он в каталоге, потому что он у меня первый год, семена мне тоже прислали. И все перцевидные, они ведь разные. Я вот когда показывала вам перцевидный полосатый, то он вот такой вытянутой формы, такой изящный, тоненький. А этот, наоборот, толстый, как бочонок, но все равно это форма перцевидная. Вот это сицилийский перчик. Вот смотрите, он прям, как сказать, он такой толстенький, его много в кисти. В описании к видео постараюсь показать, ой, написать, какой он номер. Он изначально, когда начинает формироваться, редко, когда такие томаты бывают, он прям темно-темно-зеленый, вот такой прям темно-зеленый. Потом делается чуть-чуть светлее, и потом вот такие очаровательные, толстые, такие как кубышечки, как бачата перчики. Их много, они прям такие красивые, красного цвета. Вот это сицилийский перчик. Больше пока сказать о нем мне нечего, потому что я его сама только начала изучать.